Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые. Я очень рада, что мы снова вместе. Так вот, давайте устраивайтесь в своих экранах поудобнее. Сказка начинается. Боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый пруд на берегу. Там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч змей. Приходите к нам поскорей, приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо. Волшебных историй, тут тебе и репка, и ключ золотой. Тут и Черномор, тот самый, который зря всех пугал своей бородой. А в конце концов всему свету на диво, после приключений, сражений и драк, станешь ты веселым, как Буратино, и очень умным, как Иван. Приходите в гости к нам поскорей, приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо. Ну что же, ребята, а сейчас мы вместе с Ноки, с нашим новым знакомым, с которым мы, конечно, очень подружимся, мы прощаемся с вами до нашей следующей встречи. До свидания, и дорогие ребята, и уважаемые товарищи взрослые.